Приветствую вас. Человек описывает состояние апатии и прокрастинации на протяжении года, нежелание что-либо делать, нежелание общаться с людьми, нежелание отвечать людям в социальных сетях, но при этом говорит, что является оптимистичным и жизнерадостным человеком, но постоянно что-то не так. Мне часто бывает беспричинно весело, но и грустно. Ну, смотрите, у вас, судя по описанию, значит, во-первых, судя по описанию, год назад что-то произошло, и, соответственно, вот то, что произошло год назад, нужно разбирать какое-то событие, очевидно. Вот. Я, конечно, не знаю, но могу вот так, навскидку предположить, что вы игнорируете свои чувства. Вот, могу так предположить, что вы игнорируете свои эмоции определенные, игнорируете свои желания какие-то, вот, потому что оптимистичность и жизнерадостность. Вот, что вы описываете, это, конечно, хорошо. Вот, это, конечно, очень здорово. Вот, но на мой взгляд, хорошо, когда это естественно. То есть, когда это, ну, соответствует человеку. Вот. А в данном случае, судя по описанию, вам это не совсем соответствует, вот, и я думаю, что это основная проблема, что у вас сформировался некоторый такой образ себя, который вам нужно, судя по всему, поддерживать. Это делать тяжело, это не всегда возможно. Вот, из-за этого вы себя игнорируете. Вот вы говорите, что значит, чувствую себя уставший, опустошенный, будто пришла 12-часовой смены на работе, на заводе. Вот на что-то уходит очень большое количество энергии. Да, вопрос только в том, на что. Что еще важно, это то, что вам ну, чем интересна вам ваша жизнь? То есть, насколько вам интересна ваша жизнь? Как вам интересна ваша жизнь? Да, как бы, то есть, вы себя вот называете жизнерадостным человеком, но жизнерадостность — это не черта личности, если только мы не говорим о позитивном мышлении, которое, в принципе, является весьма спорным способом жизненной стратегии по ряду причин, вот, как бы жизнерадостность — это скорее следствие. Это следствие определенного подхода к своей жизни как раз, вот. Поэтому тут я бы вот, наверное, все-таки сделал бы упор на том, что вот вы себя называете жизнерадостным, да, человеком, а за счет чего жизнерадостность как бы формируется, за счет чего она будет появляться, за счет чего она будет, ну, условно говоря, подпитываться, да, вот, то есть, ну, не на ровном месте ей возникать, правильно, поэтому тут вот такой момент. Дальше вы говорите, что значит,
решил оставить здесь вопрос, а все высказать, может чем-то помочь. Вот вопроса своего вы не задаете. Вот, и что, чем и кому помочь, тоже не ясно. Вам, надежда, нужна психотерапия, вам, надежда, нужна консультация, чтобы разбираться более подробно. Так вам, конечно, не поможет. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь.